would like to place an order, and like, I'm not sure that it's possible. Что касается второй-третьей недели, аудио я сделала. I think you are totally right about that. I'm not sure that it's possible. I'm sorry, but I don't agree. I didn't get that, I'm sorry. Would you elaborate on that, please? Hello. Yes, this is Phone Order International. This is Cassie. How may I help you? I would like to place an order. I'd like 17 of product 4014. Excuse me, could you repeat an order number? I'm sorry, but I can't do this. Thank you for your call. Have a nice day. Почему практически? Потому что четвертую неделю я сделала только в письменном варианте, а ее нужно сделать в аудиоформате, как это сделала и со второй и третьей недели. Первая неделя почему-то была вообще видеоформатом, что мне кажется намного сложнее. Когда ты пишешь видеоформат, то здесь уже больше ты на общую картинку смотришь, и у тебя уже какие-то детали, они просто вот не имеют особого какого-то значения, и ты уже такому... к такому вообще абсолютно ничему не придираешься. А вот аудио, это все переслушиваешь, и то, что даже из-за какого-то там акцента неправильного произношения, просто даже, ну как по мне, из-за интонации. И ты это переписываешь 150 раз. А что касается заданий на каждую неделю, они разные, в зависимости еще от темы, которые проходят на каждую неделю. Есть свои издания, свои такие вот придуманные сценарии, вопросы, и, соответственно, на них ты и делаешь свои видеоответ. Вот. Так что вторая, третья неделя готовы, четвертую, пятую я сделаю отдельно, и тоже будет, ну, так, по две недели. Очень нравится мне. Но скорее так, у меня такое вообще отношение по поводу, что нравится, а что не нравится. Я делаю вывод, когда, знаете, что-то вот учишь, если это касается учебы, да, каких-то курсов. Если ты обучаешься, и ты, к примеру, можешь это вот повторить, да, то есть у тебя это в голове задерживается, это очень важно, потому что есть классный действительно материал, я тоже сталкивалась, мне так вроде нравится, вот, а потом, когда закрываешь, проходит пару дней, и я понимаю, что что-то, да, я проходила, было интересно, но я не могу это сделать самостоятельно, либо же я не могу это применять, не знаю, как это делать, вот, поэтому этот курс классный мне тем, что он дает не только информацию, но и возможность ее использовать. Это не реклама. Но это все.